Так, ну что, парни, всем привет. Очередные тазобудни. Смотрите, что я сегодня натворил. В общем, сегодня я провел освещение. Вот пока три прожектора поставил. Ну, насколько денег хватило. Бюджет ограничен. Проводов набрал. Вот 20 метров такого. Гофру. Потом 2,5. Этот полторашка внутри будет. Этот будет от дома до гаража. В общем, короба взял 8 штук по 30 рублей. Все установил на дюбель гвозди. Вот эти на 20 ватт. Это на 30 ватт. В светофоре взял, не знаю, насколько послужит. Также вот, все давно мечтал. Ну, купил себе вот такой краскопульт. А то надоело кисточкой махать. Здесь и расход меньше, и наносится красивее. Вот, я уже затестировал его. Первая покраска. Вот сам аппарат, 350 ватт. Потом сделаю полный обзор. Все, промыл уже его. Тут вот бачок такой, 700 миллиграмм. В общем, пробовал вот эту грунтовку 3 в одном. Грунт, эмаль и антикор. Вот старый капот от шестерки. В общем, тестировал краску. Ну, насчет этого, как она ложится. Сначала слишком густой сделал, вот видите, плювала она. Потом жидкое сделал, и вот здесь легло нормально. Ну, я даже поверхность не шлифовал. Оно чисто так с мусором легло. Ну, вот так вот получилось. Сначала хотел купить компрессор. Ну, что-то дороговато входит там. Самый простой компрессор, там 6-7 тысяч, и то надо покупать шланги, пистолет. А здесь вот для деревни самое то, покрасить трактор там или вот запорожец. Бюджетный вариант. Красить нормально, просто надо уметь пользоваться. Уже подсохло, он сегодня тепло, ветра не было. Он уже подсох. Такая вот серая грунтовка. Можно, кстати, пороги задувать с ним каким-нибудь антикором. В общем, проверил, краскопульт работает. Вот такие вот дела. Надо будет, кстати, вот на диске потренироваться. Диск задуть. Как получится, красиво, некрасиво. Так, кстати, дешевле получается, чем баллончики покупать. И расход у него меньше. У этого, я считаю, там грамм 100 налил и покрасил. Так, в планах сегодня заварить задок у зипера. Приготовил сварку, электроды, железо, болгарка. Сейчас будем латать, отмерим все как надо.
Так, ну вот, наварил пластинку. Взял самые маленькие электроды. Поставил напряжение, там, не знаю, самое минимальное. Все равно горит металл. Ну да ладно. Металл греется, ведет его. Также здесь сейчас буду варить. Зачистил все это дело. Вот пластинка. Кто не знает, зачем я это делал, сначала я ставил сюда фонари от шестерки, но потом они смотрелись, ну, слишком большие, не понравились мне. Сейчас я это место хочу заглушить, а уже на новом железе вырезать под другие фонари. Чуть поменьше. Родных фонарей у меня нету. Ну, они есть, но они все сломаны, и контакты вообще замыкают. Так что сейчас будем колхозить, тюнинговать по-своему, фантазировать, так сказать. Сегодня все, заварил фонари, загрунтовал бочину, разобрал краскопульт, все промыл. Так, вот бочину загрунтовал, грунтовка кончилась, надо будет еще прикупить, там осталось 200 грамм, ну на все не хватит. Зашпаклевал все здесь. Надо будет завтра шлифануть. Сейчас надо этот подождать, пусть подсохнет. Потом шлифану и вырежу под фонари вот здесь. Сам процесс не удалось заснять. Камеру забыл включить. Завтра, если что, покажу, как я распылял. Вот здесь, правда, немного пропустил. Ну да ладно, потом еще раз пройду немножко. Сейчас покажу вам, как я свет сделал. Пока со светом возился, полдня пролетело. В трех точках освещения, ну, нормально, светло. Там пока не ставлю прожектор, потому что там ворота будут стоять, вдруг будет мешаться. А так, в принципе, нормально. Интересно, на камере вот свет мерцает, нет? Надо будет посмотреть. А так, на сегодня все. Сейчас пойду кофеек попью и в баньку. Ну ладно, тогда на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся. Всем удачки и до следующего видео.